Слава тебе, Боже, да слава тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 июня. Память святого священномученика Мефодия, епископа Потарского. Угодник Божий Мефодий, с юных лет предавший себя на служение Господу, явился честным сосудом, приявшим Святого Духа. За это, по избранию божественному, он сподобился епископского достоинства, став архипастырем словесных овец города Потары в Ликийской области. Святой Мефодий руководил свое стадо словесное с богоугодным тщанием, направляя его к совершенству кроткими поучениями. В одни епископства святого Мефодия возникла оригенова ересь, обольщавшая многих. Видя ее возрастание, святой Мефодий, как пастырь выдающийся, точно огнем попалял ересь своими обличениями, учением, исполненным мудрости и божественной благодати. Он истребил нависшую над верными еретическую мглу. Его боговдохновенные наставления облистали вселенную подобно молнии, и как звук разумной трубы по всей земле раздался голос его поучений. Поэтому невидимый враг был не в состоянии выносить той ревности, какой одушевлен был святой Мефодий в своих великих трудах, подъемлемых ради благочестия, ради Церкви Христовой. Он вооружил против святого епископа своих видимых слуг, язычников, поклоняющихся идолам. По его наущению язычники вознамерились предать мучительной смерти служителя Божия, еще прежде страданий, облегшегося в живоносное умерщвление. Схватив святителя Христова, язычники отсекли ему мечом честную главу. И пришел святой Мефодий в лучшую жизнь, как жертва живая, принеся Богу тот, который вначале служил Агнцу Божию, а потом сам заклан был как Агнец. Принесся Богу. Так увенчался двойным венцом добрый подвижник благочестия, боровшийся с ересями и Христа исповедавший перед язычниками безбоязненно, даже до пролития крови и мученической кончины, которая последовала в царство Аврелиана. Аминь. Нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.